Здравствуйте, дорогие коллеги. Я Евгений Некрасов, эксперт-практик в области стоматологического бизнеса, работаю в этой среде с 2007 года, также директор по развитию одной из стоматологических сетей города Екатеринбурга. Я приглашаю вас на свой вебинар, который называется «Пути решения кадровых вопросов в стоматологическом бизнесе». На этом вебинаре я поделюсь с вами своим практическим опытом, опытом поиска персонала, по каким каналам, с помощью каких инструментов я ищу персонал в клинику. Я поделюсь с вами опытом адаптации персонала. Ведь каждого нового сотрудника нужно адаптировать к новым для него правилам, новой культуре, новому коллективу, чтобы ему было комфортно работать. Я поделюсь с вами опытом оценки персонала, иначе говоря, аттестации. Ну и, наконец, я поделюсь с вами опытом мотивации персонала. Расскажу, по каким ключевым показателям я оцениваю тех или иных сотрудников. Поиск персонала мы рассмотрим на примере врачей, аттестацию и адаптацию на примере ассистентов, ну а мотивацию мы смотрим на примере администраторов. До встречи на вебинаре.